Несанкционированное подключение к электросетям выявлено в Твери в многоквартирном доме на Склизкова, 27. Поводы для беспокойства возникли, когда местные жители вдруг стали получать квитанции с заоблачными суммами на оплату энергопотребления. За помощью собственники жилья обратились к депутату городской думы по их округу. О решении проблемы расскажет наш корреспондент. Людмила Николаевна живет в 27-м доме на Склизкова уже много лет. Но впервые осенью прошлого года получила квитанцию за общедомовые нужды с круглой суммой, которая повергла пенсионерку в шок. С сентября 23-го года до января 24-го года, вот нам за 4 месяца, тогда на каждую квартиру написали по 10-15 тысяч. А нас всего 8 квартир. Вы представляете, это, я говорю, это промышленное потребление электроэнергии. Не могут столько лампочки. И сколько я не ходила, это была проблема. С проблемой столкнулись все жильцы этого дома. Женщина обратилась к депутату по своему округу Алексею Виноградову. Написали коллективное обращение. Народным избранникам была инициирована проверка. Решали, каким образом исправить ситуацию, во-первых, выяснить причину. Почему такие высокие начисления? И, соответственно, если есть несанкционированное подключение, то есть выявить тех, кто этим занимается, и, соответственно, принять меры. А главное, обеспечить справедливое начисление ОДН для жильцов данного дома и сделать перерасчет за несправедливо начисленные деньги. В ходе проведенной проверки, в которой участвовали «Атомэнергосбыт» и «Тверьгорэлектро», были выявлены две проблемы – несанкционированное подключение к электросетям и погрешность в работе измерительных комплексов в электросчетовой. Был выявлен потребитель, который осуществил несанкционированное подключение на время введения в отношении него ограничения приостановления коммунальной услуги. То есть потребитель самовольно подключился к общедомовым сетям и потреблял электрическую энергию. Естественно, это на начисление попадало в ОДН. Было выявлено погрешность работы измерительных комплексов. Приборы учета нами были заменены, допущены в эксплуатацию, и данные все были переданы в «Атомэнергосбыт» для проведения ими соответствующих корректировок. На сегодняшний день обе проблемы устранены. Если платеж за общедомовые нужды вновь превысит разумные величины, будет проведена дополнительная проверка.